Желаю, желаю. Ой, здравствуйте, это вы мне этой штучкой махали, да? Ой, вам. Класс. Вы знаете, а я такая еду и думаю, вы мне машете или не мне машете? Я думаю, мне останавливаться или не останавливаться, или все-таки дальше проезжать? А потом думаю, а может быть, вы что-то от меня хотели? Ну, конечно, да? Хотели. Вы вообще там рядность нарушили и скорость превысили. Да? Ой, вы знаете, у меня есть веская причина, потому что моя подружка Юля, ей 29 лет, она, короче, собралась выйти замуж, наконец-то, я думаю. Короче, она сказала мне, пойдем со мной выберем платье. Я говорю, конечно, пойдем, ну свадьба, на это же девочка, вы знаете, как эта штучка, подождите, не перебивайте. В общем, я поехала в салон, который она мне сказала, оказывается, это совсем не тот магазин, и, в общем, она постоянно так поступает. Девушка! Не перебивайте меня. Короче, и так всегда. Вот мы с ней как-то собрались пойти в кино. Я говорю, пойдем на вампиров. Она говорит, хорошо, пойдем на вампиров. Там еще снимается вот этот красивый, знаете, я не помню, как его фамилия. Он такой весь бледный, у него такие губы, прям хочется в него вцепиться. А вы были во Франции? И прикиньте, он с Эйфелевой башни прямо плюнул на голову Платону. Ну, Платону, я говорила, это двоюродный крестник моего дяди Сергея. Сергея, дядя, вы что, не помните, это который взял меня на работу? Вот 3 часа назад рассказала, когда я пришла в колготках таких шерстяных, и мне было так, и так просто, так смешно в этих колготках. Мне такие ножки кривенькие были, хотя, ну, может, они кривенькие. Так, девушка, так, послушайте, пожалуйста, вы знаете что, вы едьте просто, мы даже штрафовать вас не будем, просто уезжать и все. Вы что, правда? Прям так могу вот сесть в машину и поехать, да и просто, рубить? Просто берите и едьте уже, я вас с умоляю. С Богом! Вы такие классные, я вот реально, вот я восхищаюсь нашими гаишниками. Да едьте вы уже! Выруби радио, а? Так что с тишины захотелось. Ребятушки, я все равно опоздала. Я же вам еще не рассказала про мою тетю Соню. Она